Информация не соответствует действительности. Вот чуть поярче и попроще словами пояснил. Подчиновничий. На самом деле у нас очень много всплыло 100% льготников, хотя мы с вами договорились, что 100% льготникам 90% мы развезем сами, которые пришли, написали заявление. И мы с ними разбираемся, с каждым заявлением разберемся. С лицами, которые у нас попали, вот статистику сейчас привел в целом по субъекту федерации, на них не напечатаны персональные карты, у нас по положению в течение 10 дней, на них заготовлены так называемые болванки, бытовое слово называют, да, и в течение 30 дней на них карта изготавливается, они эту получают карту. Действительно такой факт есть. Откуда эти факты берутся? Люди раньше льготы не пользовались, соответственно, органы социальной защиты нам их не предъявляли, и их сегодня в перечне нет, мы выверяемся. Это первый вопрос. Второе. У нас, соответственно, изготовление, а точнее эмиссия карт осуществлялась, как мы говорили, депутатам и всему обществу, по состоянию на 1 сентября у нас закрывался реестр. Соответственно, у нас ежеквартально в среднем прибывает льготников до 5000 человек. Это статистика такая средневзвешенная в течение 3 лет. Понятно, что вот за месяц, грубо говоря, прибывает определенное количество льготников. И эти льготники будут именно получать карты уже тем образом, которым написано для простой выдачи. В течение 10 дней на него карта печатается и выдается. Здесь ничего страшного нету, но еще раз хочу, не 50%, не 10%, менее 5%. На скидку посчитаем, да? Меньше 3%.